Возьмем оружие, приобретение оружия и так далее. И что? Мы что, забираем ваше оружие? Смотрите, вы мне говорите, что я не имею паспорт забирать, а вы не имеете права меня снимать. Не, общественное место, ошибаетесь. Вы не имеете права меня снимать. Давай полицию вызывай, собирание персональных данных незаконно идет. Что? Слышишь, меня не снимай. Я не твой дружище, слышь? Я тебе еще раз. И что будет? И что будет? Зачем на, подержи. Ты меня снимаешь? Я пришел Игорь, покупать. Игорь, просто на, подержи. Пришел покупать. И что, покупай просто. Покупай просто. Зачем ты меня снимаешь? Охренел, зачем что? Ты меня снимаешь? Охренел, зачем что? Ты меня снимаешь? Что, охренел, я покупаю тебя. Ты что делаешь? Я просто пришел. Зачем ты меня снимаешь? Вот это да. Сейчас применю, значит, другое спецсредство. Нападение на журналиста. Не нападай на журналиста, понял? Не рекомендую. Однозначно. Я тебе предъявил удостоверение. Камера пишет в облако. Да, конечно, вызывайте. Вы что? Пусть попробуй. Нападение. Ого. Вот это да. Ты что творишь? Я... Пожалуйста. Да я не хочу подходить. Зачем? Подойди, ладно, я подойду. Ну подходи. Постой. Лицо не снимай. Ну ты же все. Я все, мне руками не трогай. Я тебе смотри, Алексей. Подальше отойди. Если ты, чуть-чуть. Если ты не прав. Подальше отойди на меня. Я нормально, это нормально. А тут агрессивно как-то.